Шпроты и лаваш – гениальный рецепт закуски на праздничный стол. Берем лаваш, разрезаем пополам, натираем вареный картофель на терке. Немного посолим и чуть добавим майонеза, чтобы не было сухо. Затем кладем любимые шпроты. Добавим зелень, у меня это укроп. Затем мелко нарезанный лук, он придает особый вкус. И еще немного майонеза. Вареное яйцо. И для цвета добавим вареную морковь. На вкус она никак не повлияет. Заворачиваем в рулет, убираем в пищевую пленку и в холодильник. Разрезаем на порции и подаем к столу. Но очень вкусно получилось. Невероятная простая закуска шикарного вкуса и красивого вида. Берем вареную свеклу, натираем на терке, добавляем плавленый сыр, для вкуса немного чеснока, заправим майонезом. Далее слоеное тесто немного раскатаем и разрежем на квадраты. У меня получилось 6 порций. Делаем надрезы в верхнем левом углу и в нижнем в правом. Затем скрещиваем друг с другом, середину проколем вилкой. Укладываем на противень и смазываем яйцом, только края. Убираем в духовку 180 градусов 10-15 минут. На готовую булочку выкладываем начинку. По желанию можно положить слабо соленую сельдь. Украсим луком и зеленью. Яркая закуска готова. Всем приятного аппетита! Если вы пропустите это видео, то вы потеряете вкусный простой рецепт закуски на праздничный стол. Сделаем начинку: ветчина, вареное яйцо, сыр на мелкой терке. Добавим немного зелени, чеснока для вкуса, заправим майонезом и хорошо перемешаем. Берем плавленый сыр, кладем начинку и закручиваем в мини-рулетик. Обваляем в кунжуте или в мелко нарезанном укропе, как вариант. Выкладываем на блюдо, украшаем и подаем к столу. Ну, очень вкусно получилось. Всем приятного аппетита!